Я могу записать видео? Сейчас не надо. Ладно. Короче, мы колесо качаем. Моё. Вот. Гриш попросил видео не записывать, но я же хороший человек, да? Да. Поэтому запишу. Мне тут чинят переднее колесо. В подъезде. Гриш, что вы скажете? Короче, мы сейчас находимся в лифте. Вот Гриша. Накачали только что мне колеса, то есть пока что все хорошо. Колеса не сдувают, все хорошо. Едем, все работает. Что пока скажешь, Гриш? Пока все хорошо. Короче, мы сегодня собираемся поехать до Старой Линзы, посмотреть, как там вообще. Посмотреть на эти виды прекрасные, которые были в Яндекс.Картах. Вот эти фото. Ну и все. Короче, мы сейчас на стадии построения маршрута. Короче, нам надо ехать вон туда. По 8 марта он говорит. Короче, в общей сложности сколько нам ехать? 25 км. Пипец. И что вы скажете? Все пока нормально. Короче, мы сегодня планируем съездить до Старой Линзы. Находится она за городом, 27 километров от нас. Короче, едем пока нормально. Собираемся проехать 27 километров. Миш, что скажешь? Нормально. Нормально. В общей сложности мы сегодня должны проехать 50 с лишним километров, а точнее 54 километра, если 27 туда, 27 обратно. Может, еще там покатаемся, где-то километра 2-3. Алло. Короче, посмотрим. Гриш опять звонят, как обычно. В общем, такими темпами мы доедем до второго термета. Гриш опять разговаривает по телефону. Надеюсь, все хорошо будет, потому что если по пути, например, лопнет колесо, то будет прям очень плохо, и нам придется разбортовывать новое делать. А это еще какое-то определенное время. Короче, все плохо. Короче, чем мы дальше от города, тем меньше народу. В принципе, логично. Мы еще в город? Но мы еще не выехали из города. Сейчас мы проехали всего 4 километра, нам еще осталось еще 23 или 22 проехать. Короче, мы нашли очень дешевый бензин по 45. Охренеть. 95 по 45. Ну, 46-500. Это не реклама заправки, но просто забавно. Томик Энерджи. 95 за 45 рублей. Охренеть. Короче, мы почти выехали за город. То есть вот здесь здание уже потрепаны достаточно. Мы уже почти на краю города. Людей вообще нету. И это не есть хорошо, это наоборот как-то плохо, то, что людей нету. Это пугает. Горочка пипец. Как бы мне спуститься еще? Короче, мы доехали до станции Керамид какой-то. Вот здесь идут пути для поезда. Вот так вот. Вот здесь поезд есть, так и заправка. Вот поезд. Людей вообще практически нету уже скоро. Думаю, можно будет музыку подрубать. Но это реально уже какой-то край города. Достаточно далеко мы ехали. Короче, мы доехали до таблички Екатеринбурга, вот. То есть мы почти за городом, буду буквально. Отъехать немного, уже будем за городом. Офигеть. Вот такая эта жопа мира. Полная. Кипец. Короче, можно... Здесь мы не проедем, а туда. Ну все, переходим, значит. В общем, мы сейчас находимся вот здесь. Там речка идет, там мы через мост прошли. Сейчас мы здесь находимся. Мы скоро до ИКАДа доедем? Да. Короче, теперь мы официально можем включать музыку. И сейчас ее включим. И будем ехать. На 100 тысяч громкость включим и поедем. Короче, мы огонь нашли. Натуральный. Там трава горит. Пипец. Тут такой огонь, тут такой дым. Я надеюсь, мы не сгорим. Офигеть. Гриш, что скажешь? Все, оно горит. Почему оно? Оно не должно гореть. Ты так спокойно это реагируешь? Здесь, походу, вызывают уже пожарных. Пипец. Че, едем дальше? Да. Короче, мы доехали до какой-то дороги. Очень тяжело ехать. Вот здесь лес какой-то. Вот такая деревня, и машины проезжают. Короче, пипец полный. Короче, жара неимоверная. Едем под музыку, все хорошо. Вот мы доехали. Дорога вся в кочках, едешь, постоянно трясешься. Ну, как будто уже привыкаешь к этому. Одни частные дома здесь, вот. Короче, мы доехали до какого-то леса.
Вот, доехали. Вон здесь пути. Мы по каким-то таким путям туда-сюда должны доехать до старой линзы. Есть у нас одна большая проблема, то что вода кончается. А пить очень сильно хочется, жара неимоверная просто. И вот нам по такой дороге придется долго ехать. Вот по такой, чисто тупо прямо ехать. Короче, мы приехали. Это очень большое расстояние, вот. Можете увидеть. Вот Гриша, мы доехали. Я понимаю, до какой-то станции. Короче, очень жарко, мы даже уже куртки сняли, то есть до этого. То есть до этого, если было более-менее в городе, то есть мы могли в куртках ездить спокойно. И было так. Мы выехали на равнину, то вот тут уже... Да, здесь очень жарко, просто жара. Я не знаю, градусов 25. По ощущениям просто все. Конечно, показывают. Я могу поехать компьютер посмотреть. Сколько мы приехали километров, Гриш? На, посмотрите. Проехали в общей сложности 13,6. Сколько мы приехали? 13,6. Это еще благо мы портфель взяли. Потому что без портфеля было бы очень прям тяжело. Все вещи, бутылки. Да. Воду, еду. По температуре, говорит, 34. 34 градуса? 32. Офигеть. Короче, вот эти пути. Там очень далеко ехать. Пипец полный. Вот такие пути. Жесть. Короче, ребята, мы доехали до Икада. Это уже Икад. Просто уже край города. Нам осталось выехать за Икад. И мы уже скоро доедем до старой линзы. Короче, мы доехали до такого вот вида. Вид очень красивый. Вот так выглядит Икад вблизи. Вот так вот. Буквально на другом краю города от наших домов. Вот такое поле там дальше идет. Икад порой выглядит очень страшно. Нам еще нужно съехать на этот асфальт и дальше поехать по нему. Вон уже даже поезд едет. Короче, мы там прямо не можем, поскольку там шлагбаум, прямо не можем проехать. За шлагбаум едем. Значит, за шлагбауном едем. Это на Икад. Пипец, мы попали. Но попробуем. Мы все равно на велосипедах, а не на машинах, поэтому, мне кажется, можем за шлагбауном. Но если что, скажешь, что нельзя обратно, это... Выйдем оттуда и поедем. Коробка! Короче, зашел только что купить воды, сейчас должно быть полегче, вот, с водой. Особенно минеральной. То есть до этого у нас была обычная вода, сейчас минеральная, сейчас полегче. Фух, так устал ехать, ну ладно. Короче, сейчас, следующий пункт, Шаброс. Короче, мы сейчас доехали до поселка Сысерск, еще 10 километров ехать. Короче, мы доехали опять до поезда. Сейчас выезжаем из столицы Сысерск. Вот такое здесь поле, просто охренеть. Наконец-то доехали до Шабровского. Короче, нам 2 километра осталось. Очень тяжело ехать. Рядом машина, буквально в сантиметре от тебя. Пипец. Мы почти доехали, прям уже на пределе сил. Ноги так устали. Короче, мы доехали до ограды. Опять эти рельсы, они нас преследуют всю дорогу. Они просто, мы едем параллельно им. Или они идут параллельно нам. Кто его знает. В общем, сейчас мы поедем по прямой, параллельно рельсам. Я уже заговариваться начинаю. Короче, мы сейчас поедем по прямой, по рельсам рядом с ними. Потому что здесь никак не выйти, здесь ограда. Частная территория какая-то. Блин, остался километр. Ну поехали. Я в офиге, Гриш. Я сам устал. Гриша говорит, о полмира записал. И это правда. Вот такой вид просто на весь город. Наш город где-то там, далеко-далеко. Кто? Яндекс.Карты? Да. Осуждаем Яндекс.Карты. Они говорят, что это для велосипедистов. Сколько сервисы Яндекс уже совершили грехов? Помнишь, Максим говорил про Яндекс.Погоду, видео про город? То, что они неправильно показывают. Сейчас дорогу неправильно. Яндекс вообще ужасный. Здесь какие-то везде заброшенные здания. Вот. Короче, я не знаю, здесь походу какие-то танки проезжали. Короче, мы наконец-то доехали до отсюда. Вид очень красивый. Гриш, что скажешь? Охренеть. Да. Ну, короче, что могу сказать? Очень красивый вид. Дальше. Да? Еще дальше ехать. Ладно, покатаемся, посмотрим. Вид очень красивый.
Это не скорее. Короче, что могу сказать? Или как добрались до сюда? Мы еще встретили каких-то собак, которые начали нас лаять, но они были за оградой. Здесь, вот здесь, очень красивый вид. Вот здесь. Короче, вон там еще люди, кроме нас. Такая красивая речка. Скажешь, Гриф. Красиво. Что такая резкая скала. Короче, мы собираемся сейчас наверх добраться как-то. Гриша чуть не упал. Вон туда наверх, попытаться не упасть и вообще не разбиться. Ну, постараемся. Короче, мы добрались. Чуть не упали. Пипец. Фух. Сейчас Гриша чуть, блин, не упал в речку. Очень страшно. Короче, у нас чуть весь портфель не промок из-за фляжек. Гриш, объясни, почему? Ну, потому что воду купили газированную, и она... И там газы все. Да, газы начали выходить, там чуть бутылка просто не лопнула. Пипец. Гриш, чуть в воду не упал, да, в карьер чуть не упал. Бутылки чуть не зарылись, иначе машины не сбили, собаки и так далее. Короче, жесть. Сюда, из фляжки. Короче, что я могу сказать? Очень красиво. Не зря поехали сюда. Я думаю, мы не найдем даже, но мы нашли. На удивление. Да, Гриш? Мы на удивление... Это оказалось так просто? Ну, прям вот-вот. Мы нашли вот такой карьер, вот такой красивый. Еще такие горы прям, офигеть. Гриш чуть не упал, у нас чуть бутылки не взорвались, значит, собаки не сожрали. Короче, много опасностей, но мы доехали. Главное еще обратно доехать. Угу. Даже минуты есть. Поднялись. На широкую речку. Какие у нас есть это? Как мы можем поехать? Вариантов три. Ну, назови любые три, самые лучшие для нас. Через поселок Сосед, ну, потом через Викат, ага, и в город. Или через Шаброски, широкую речку, горный щит, потом через Викат. А где ближе-то? Через Сосед, на 5 км. Значит, через Сосед. Нам каждый километр важен. Короче, сейчас отправляемся домой. Поели батончика, попили воды, сейчас отправляемся домой. Домой ехать. Это вот, представляете, вот здесь поехать, потом бац, и сюда упасть, и разбиться насмерть. Пипец. Но вид красивый. Короче, мы все уезжаем, вот такой здесь вид, вот такой здесь вид красивый. Мы уезжаем и едем домой. Короче, у меня ноги пипец как устали просто, болят. Но я надеюсь, скоро доедем, потому что очень тяжело. Мы сейчас вообще где-то на краю города, где непонятно. Очень далеко. Даже вообще на краю города, мы в Сосед. Да, это еще дальше. Короче, пипец. Надеюсь, скоро доедем. Короче, мы выехали наконец отсюда. Надеюсь, больше сюда не вернемся. Я задолбался уже. Морально. Гриш, что скажешь? Я тоже. Ой, пипец. Все норма, все нормально. Не хочу больше сюда возвращаться. Ну нахер. Ноги болят очень сильно. Ой, едем дальше. Короче, мы наконец-то отсюда выезжаем. Это была жесть. Просто. Пипец. Короче, мы доехали вот до сюда. Наконец-то. Блин, просто доехать бы домой. А мы тут достаточно вовремя стоим. Вон аж поезд приехал. Офигеть. Привет! У него вечный груз, походу. Наконец-то! Пипец. Что, поехали домой? Да, да, поехать бы уже домой. Мы добрались. Почти до города. Ну как почти? Город где-то там далеко еще от нас. Ой, пипец, пипец. Это нам еще по дороге дофига ехать, чтоб вернуться домой. Короче, мы наконец-то доехали до этой таблички. Екатеринбург. Наконец-то. Такая жизнь, просто пипец.